В субботу, 10 мая, в школе номер 6 муниципия Камрад состоялся финал международного турнира по шашкам и шахматам памяти ветерана Великой Отечественной войны Валентина Чавдаря. За черно-белыми досками состязались 45 финалистов из 75 участников турнира школьного возраста. Это спортсмены из сел соседнего Тараклийского района, Казаклии и Камрата. Гостей ждали и из Беларуси, Украины, России и Польши, но из-за нестабильной ситуации в соседнем государстве участники из этих стран приехать не смогли. Турнир памяти Валентина Чавдаря проводится уже 6-й год подряд. 10 лет как ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, камрадчанин Чавдаров Валентин Степанович. Мы создали оргкомитет вместе с семьей Чавдарова, сыновья, дочка и сын в Москве, плюс соседи, родственники. И мы уже 10-й раз проводим турнир памяти этого великого человека, ветеран Великой Отечественной войны. Лучший футболист 50-х годов на юге Молдовы, общественный деятель и руководитель. Он заслуживает того, что мы проводили турнир его памяти. Перед началом игр юных шашистов и шахматистов пришли поприветствовать Башкан Гагаузии Михаил Формузал и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Турнир финансируется Управлением молодежи и спорта Гагаузии при поддержке исполнительного комитета. Я хочу вас, ребята, мальчики и девочки, поблагодарить за то, что вы активно занимаетесь спортом. Вы молодцы. Шахматы и шашки тренируют мозг человека, дисциплинируют, учат его думать, мыслить стратегически и тактически. Поэтому у вас у всех будет блестящее будущее. Вы обязательно все закончите хорошо школу, поступите в университеты и достигнете очень больших высот. Я абсолютно уверен в том, что кто-то из вас обязательно будет чемпионом Молдовы, мира, по шашкам, по шахматам. Главное упорно заниматься, слушаться своих педагогов, тренеров, и у вас все будет нормально. Я хочу вас всех поздравить с этим турниром. Замечательный турнир. И правильно сделали, что в ознаменовании празднования Дня Победы приурочили этот турнир именно к памяти человека, который воевал, был активным спортсменом. Вы молодцы! Так держать, и спасибо вам. Свою лепту в проведение этого мероприятия внес и спикер законодательного органа. Дмитрий Константинов поблагодарил организаторов турнира, тренеров и судейский состав. Шашки и шахматы – это интеллектуальный вид спорта. У нас уже есть свои чемпионы, которые прославляют Гагаузию и демонстрируют ее потенциал на республиканских соревнованиях. Поэтому мы должны и будем уделять больше внимания развитию шашек и шахмат в автономии, заверил участников турнира спикер. Инициатор и организатор турнира Андрей Чешмеджи поблагодарил руководство Гагаузии за поддержку в проведение этого мероприятия. Тренер юных шашистов и шахматистов села Валяпержи Тараклийского района Василий Аврамов отметил, что за период многократного участия его воспитанников в подобных соревнованиях, проводимых в Гагаузии, этот турнир самый юный. С тех пор, как я посещаю турниры в Камрате, и вообще в Кангазе был, и вообще в Кангазе, и у вас... Это самый молодой турнир, который проводился в Гагаузии за все время ее существования и существования спорта. Вот аплодируем самым молодым! А что значит молодость? Да еще первый класс, второй, третий. Это цветы, цветы нашей жизни. Я очень желаю вам процветать, чтобы у вас было все, и чтобы вы показали все, на что способны. Перед началом соревнований глава Гагаузии порадовал юных спортсменов небольшим, но приятным сюрпризом, угостив участников турнира сладостями и мороженым. Победители соревнований были награждены медалями и подарками. Всех участников отметили почетными грамотами в память об участии в турнире имени Валентина Чавдаря. В этом году мероприятие проходит в период с 6 по 11 мая и приурочен сразу к двум праздникам – Хидерлезу и Дню Победы.